Так, вот машина, немного подмяла, ездит своим ходом, нужно заниматься. Крыша под замену. Вот такая она, красивая, под капотом лонжерон, вроде бы целый, все целое. Просто немножко кувыркнулась. Крыло под замену. По ходовке все целенькое. Летело в эту сторону. Развал надо сделать, а так едет прямо. Почти. По салону все целое осталось. Лобаж немножко подмятый. Вот, по салончику она целая. Крышу можно восстановить. Ну, в смысле, потолок. Крышу. Саму крышу под замену. Ляда закрывается, открывается, все целое. Пластик выпал. Отпал, он лежит. Стоит ГБОха вписанная. Работает на ГБО. Все работает, заводится. Есть вот зазор. Бампер под реставрацию. Его немного подмяло. Сейчас подтраивает. Выехал только что с гаража. Подтраивает. Ну, блин, логично. Подтраивает. Так, вот, завожу. Завожу ее. Все. Там оборвала патрубок. Из-за этого подтраивает. Двигатель работает, газовая установка работает, кондер включать не будем рисковать. Вот. Все, как бы тарахтит, пока холодная, можно крутить ее. Вот она работает, патрубок оборвала. Но пару секунд можно на сухую погонять. Ну, в принципе, вот она вся. Вот она. Вот подмяла. Вот она такая.